В этот день 2010 года в Алматы прошла презентация документального фильма «Возрожденный из бездны». Фильм возник в результате исследования ситуации на Малом Арале казахстанскими и немецкими журналистами, которые наблюдали за жизнью региона в течение 5 дней. Сюжетная линия прослеживает волю казахстанского правительства, роль Международного фонда спасения Арала и хорошо скоординированную работу с международными организациями. Сегодня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра. Инициаторами создания столь необычного на первый взгляд праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Цель его проведения – привлечение внимания общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики. По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В этот день 2012 года в городе Астана были представлены на суд деятелей культуры и науки стран СНГ уникальные экспонаты по истории Республики Казахстан, собранные благодаря государственной программе «Мәдени мұра». Культурное наследие. Выставка «Культура Казахстана. Вчера, сегодня, завтра» разместилась в атриуме Дворца мира и согласия и была организована в рамках международного форума «Евразийская культура в новом мире». В этот день 2011 года в Алматы состоялась научно-практическая конференция «Сохранение культурного наследия и современная практика музыкального образования», на которой было сообщено, что в рамках проекта «Асыл-Мура. Музыкальное наследие Казахстана» реставрации и переносу на цифровые носители подвержена значительная часть ценных для истории и культуры фонограмм из фондов Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан. В этот день 1843 года родился Эдвард Хагеруп Грик, норвежский композитор периода романтизма, музыкальный деятель, пианист, дирижер. Творчество Грига формировалось под воздействием норвежской народной культуры. Среди самых известных произведений Грига – две сюиты из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт», концерт для фортепиано с оркестром, скрипичные сонаты. Основное внимание Григ уделял песням и романсам, которых опубликовал более 600.